Путинский стерх по кличке Пара поселился в Ивановском зоопарке. Это один из 6 представителей исчезающего вида журавлей, которых президент учил летать. Стерх смог совершить длительный перелет, но до места зимовки не добрался. Он пролетел самое долгое расстояние, он присоединился к стае журавлей, но, скорее всего, из-за того, что птица недостаточно окрепла, изначально выращивалась птенца, он потерял довольно-таки много веса, ослаб и дальше не смог продолжить путь, на них напали собаки, и, слава богу, нашлись люди, которые заметили истощенную и ослабленную птицу. Пара – представитель самой редкой популяции журавлей. Их осталось всего 20. Эти птицы на особом учете и имеют специальные кольца. Именно по ним удалось определить, что пара – участник проекта «Полет надежды». Журавль стал совсем ручным, дает себя кормить из рук. Но это временно, уверяют сотрудники зоопарка. По своей природе стерхи очень агрессивны. Мы попытались создать все комфортные условия для того, чтобы птица себя чувствовала хорошо. У нее просторный домик, просторный вольер. Правда, сейчас он пока в него не выходит, да, боится все-таки нового места. Но в домике он уже освоился и там приступает к его разбору. Пара, хотя и будет жить в Ивановском зоопарке, останется в федеральной собственности. Для продолжения потомства летом в Иваново привезут самку. Появление птенцов у стерхов можно будет ждать только через 3-4 года. Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.